Администрации города Магас объявлен конкурс сочинений среди учащихся общеобразовательных школ на тему «Гордость отчизны. Герой России Алихан Макшарипович Калиматов». Работа принимается до 20 сентября. Объем сочинения не должен превышать 10 листов. На титульнике должны быть указаны наименование, почтовый индекс и адрес школы, а также сведения об авторе. Подробную информацию можно найти на сайте администрации либо на официальной странице Instagram. Сегодня в нашей столице одна из основных улиц носит имя героя России Алихана Макшариповича Калиматова. Присвоение имен улицам в честь героев, уважаемых и известных деятелей нашей Родины, стало хорошим подспорьем в развитии патриотизма нашего подрастающего поколения. Также в честь знаменитых выдающихся деятелей, таких как Кайсын Кулиев, Идрис Дзязиков, Сый Чехкиев, Идрис Базоркин, Дашукло Мальсагов и многих других, названы улицы, проспекты и скверы в городе. В связи с чем администрация города Магас в дальнейшем тоже будут проводить такого рода конкурсы. В данном конкурсе могут принять участие школьники любого возраста и также студенты. Также администрация города Магас предусмотрен призовой фонд в размере 50 тысяч рублей за первое место, 30 тысяч рублей за второе место и 20 тысяч рублей за третье место.